Переход к новой экономической модели требует следующих принципиальных изменений. Повсеместная ориентация на производительность и качество, стимулирование производства за счет роста производительности, диверсификации и качества товаров и услуг. Технологическая направленность людей, предприятий и отраслей. Это предусматривает развитие креативных, когнитивных навыков на всех этапах жизни, повсеместное проникновение технологий и всеобщей цифровизации. Конкуренция как стимулятор роста. Для этого предусматривается поощрение конкуренции за счет демонополизации отраслей, продвижения экспорта, локализации технологических компаний и привлечения талантов со всего мира. Преобладающая роль частного сектора. Частный сектор должен стать локомотивом роста. Для этого необходимо устранение административных барьеров, стимулирование инвестиций и обеспечение ответственности за реализацию. Активная позиция регионов и сбалансированное региональное развитие. Это предусматривает экономическую состоятельность.